В эти дни проходит всероссийская акция «Мы вместе» в поддержку жителей Белгородской и Курской областей. Новоуральск тоже присоединился к данной акции. Так, в управлении образования неравнодушные педагоги города собрали гуманитарную помощь, которая в скором времени отправится к жителям этих территорий. Подробности в нашем следующем сюжете. Новоуральцы – отзывчивые и добрые люди. Они часто участвуют в волонтерской деятельности. На этот раз сотрудники сферы образования приняли участие в акции «Мы вместе», которая включает в себя три мероприятия – ярмарка добра, письмо на фронт и корзина добра. Для жителей приграничных районов Курской и Белгородской областей и участников специальной военной операции собрали гуманитарную помощь, которая в скором времени отправится к жителям и защитникам этих территорий. Корзину добра заберет представитель местной общественной организации офицеры Новоуральска Павел Бунеску и передаст ее в Красный Крест, где часть собранной гуманитарной помощи отдадут жителям приграничных районов, а остальное передадут на фронт. Очень важно почувствовать сопричастность к тому единому духу, который сегодня есть в нашей стране. Сопричастность каждого. Каждого ребенка, каждого родителя, каждого сотрудника. Именно поэтому мы не ограничились акцией в наших образовательных организациях, а надо сказать, что в каждой образовательной организации проходят акции. Новоуральские школы тоже не остались в стороне. Педагоги, дети и их родители активно принимают участие в акциях. Кто-то плетет маскировочные сети, старшеклассники пишут письма на фронт, а ученики младших классов оформляют для них конверты. Письма собирают на массовых мероприятиях, одно из которых прошло в центре внешкольной работы, а затем отправляют на фронт. Иногда адресаты даже получают ответ от бойцов. В рамках акции проходят разные мероприятия, к примеру, просмотр фильмов для школьников, которые создали их сверстники на летних каникулах. У нас организована корзина добра. Мы собираем вещи для жителей приграничных территорий и для участников спецоперации. А также у нас организована ярмарка добра. Каждый может перечислить сумму в помощь нашим бойцам, в помощь нашим землякам, в помощь нашим согражданам Российской Федерации. Акция «Мы вместе» – общероссийский проект помощи гражданам во время кризисных ситуаций, а также пример сплоченности, ведь вокруг находится так много неравнодушных людей. Светлана Светличная, Андрей Васильев, Новоуральская вещательная компания.